Друзья, наконец-то немножко потеплело, и у нас выпала возможность открыть сезон на коп. Сегодня будем работать с несколькими металлодетекторами. У нас есть и Аська, и Деус, Вистаголд, и Фортуна. Вот такие вот у нас леса. Будем бегать по склонам, по оврагам. Здесь, наверное, когда-то было поселение. Смотрите, что я нашел. Так, у нас между комрадами квест. Они решили обменяться сигналами. А ну смотрим, что здесь. Смотрите, что он нашел. Это пряжечка КР. Вовчик! С Деусом, как всегда, молодец. Опа, царек. 1736, да? И наконец-то у меня выпала первая монета вот с этой ямы. Даже и копать не пришлось. Вот видите, раз, и достаем сразу же монету. И нас сегодня отличился Андрей Васильевич. Неужели? Неужели Андрей что-то нашел? Наконечник. Приветствую зрителей и подписчиков нашего канала. Друзья, наконец-то немножко потеплело, и у нас выпала возможность открыть сезон на коп. Сегодня будем работать с несколькими металлодетекторами. У нас есть и Аська, и Деус, Вистаголд, и Фортуна. Поездим мы по полям, по лесам. Думаю, находки будут. Смотрим, не переключаемся. Мы вас порадуем. Вот такие вот у нас леса. Будем бегать по склонам, по оврагам. Место довольно-таки интересное. Здесь, наверное, когда-то было поселение, как рассказывает человек, который нас сюда привез. Думаю, находочками вас порадуем. Погнали! Хожу вот вдоль склона. Выкопал ямку. Изначально думал, что выкопал гвоздь. Ну, по всей видимости, это у нас не гвоздь. Ушко есть какое-то. Ну, это у нас железо. Кто знает, что это за предмет, подсказывайте. Это первый сигнал у меня. Продолжаем. Думаю, находки будут. Так, ну что, ходим уже на часа полтора. Блин, находок очень мало. Видим, что есть землянки. Наверное, какая-то была партизанщина. Вот сигнальчик у меня выпал. Смотрите, что я нашел. Видите? Состоит из двух половинок. Медная штука. Взрыватель, наверное, это. Кто знает, что это, пишите в комментариях. Ходим, ходим. Находок нету. Но смотрите, что я нашел. Опа. Или козочка, или козел. Что это было такое? Можно забрать, кстати. Очистить и скрыть лаком будет очень красиво. Так, у нас между комрадами квест. Они решили обменяться сигналами. Вова будет сейчас... Андрюха будет копать Вовин сигнал. То есть... Да. А ну смотрим, что здесь. Это шестой сигнал, да? Нет, один. А ну, Андрюха, ты должен сейчас вытянуть монету. Смотри, что это за крутилочка с конфорки. Газовой лампы. Вручаю. Дядя Вова, ваш сигнал. Да, смотри, какой раз. Шестой сигнал. Так, а ты какой должен вернуть, Вовчик? 8, да? Вернулись к машине. Андрей Васильевич ходил совсем в другой стороне. Но он, смотрите, что нашел. Уже даже выложил. Красоту-то какую. Ножик нашел. Какие-то вот, не знаю, что, зацепы какие-то, непонятно. Кусочек подковы, пробки, шмурть всякую. Зацеп, не знаю, покажи, какой ты, Миша, ну. Вот, вот, что это такое от этого самого, или от чего? Ну, все равно, Андрей Васильевич, красавчик. Часа два, наверное, походили, сейчас будем... А того, что надо, я не нашел. Сейчас будем переезжать на второе место. Сейчас мы уже пустимся вниз.
Вовчик, Вовчик тоже. Уже ножик нашел. Ну, нифига себе, Вовчик. Это сигнал, мабуть, был, да? Да, это ваш, это, кстати, ваш. Забьем два ножа в это. Два ножа у нас есть уже. Теперь можно забить нож в пенек, перепрыгнуть, обернуться на полнолуние и стать оборотнем. Но есть такое, что забиваешь нож, перепрыгиваешь. Только потом нож нельзя вынимать, кто вынимет, того, мне кажется, оборотень найдет. Да, мне кажется, не надо вам оборотня навести, что вы и так слишком агрессивный. Да? Да. Смотри. Оп. Это на полнолуние надо делать. Так, только что подошел еще один комрад с Аськой 250-й. Смотрите, что он нашел. Это пряжечка КР. Бомба. И ножичек нашел, да? КЦ. Ну, понятно, что ножичек обычный, там советский. А пряжечка, блин, бомба. Видите, какая? Водой даже немножко сполоснули уже. Ну что, сейчас перейдем на следующее место. Так, у нас легкий перекус. Андрей Васильевич пьет чай. У нас обязательно есть сало. Хлебушек, да, сало, чеснок, здесь консервация разная, тушенка, рыбная тушенка, огурчики, но это чуть позже у нас будет. Это будет у нас, наверное, к обеду. Таганочек у нас вон. Копеек сейчас заделаем. 10-15 минут и переедем на второе место. Ну что, друзья, углубились мы еще немножко в лес, отъехали от первоначального места. Видите, здесь у нас ямка, здесь бугорчик. Смотрите, что я с ямки вырыл. Выпала мне с ямки вот такая тут вещичка. Вещь интересная. Инструмент. Какого периода, кто знает, напишите в комментариях. В общем, переехали мы с леса, где было раньше старое село. И Вовчик с Деусом, как всегда, молодец. Опа, царек. Дай покажу. Вовчик Деусом рубит. Да, царечек, бомба. Вова красавчик. Андрюха с Фортуной. Андрюха с Деусом. И Анатолий с Аськой 250-й. Действуем дальше. В онлайне. Проволока. Ну, проволоки здесь много. Забирай в карман проволоку. Ты надо, ну, так, Аська 250, Анатолий нашел монету. Вроде бы деньга. Да, похоже на деньгу, но немножко затертая. Буквально ходим минут 5. Находки у нас начинают проявляться. А? Ну, что я могу, друзья, сказать? Часа 2. Накопал я кучу алюминиевой проволоки. И наконец-то у меня выпала первая монета вот с этой ямы. И это у нас полушка или что-то такое. Надо посмотреть точно. Надо оттереть нормально и посмотреть. Видно, вроде бы орел просматривается. Сейчас я протру и покажу вам, друзья. Так, немного оттер. Это у нас полушка. Качество, конечно, монеты не очень, но все же находочка приятная. Так, Андрей у нас там с Деусом что-то ковыряет. У меня какая-то навесочка выпала или что-то такое, кто знает, подсказывайте. Хожу и снайперкой, потому что мусора очень много. Так, ну этот участочек оказался более продуктивным. Смотрите. Даже и копать не пришлось. Вот видите, раз, и достаем сразу же монету. Может быть, советы, а может быть и нет. Сейчас я дотру и вам покажу. Так, ну это оказалось у нас 3 копейки 81 года. Советские. Особо здесь смотреть не на что. Продолжаем. Так, есть монета у нас. Даже кольцо нашел. Ну, кольцо. Ну да, и такая зелененькая монеточка. А? Деньга. Смотрите, с каким орлом красивым. Красивый орел. 1700. Восьмерочка, не, дальше не вижу. И колечко есть. Ты не хочешь брать? Бомба.
Так, есть еще одна монета на этом участке у нас. Что за монета? 1736. 36, да? А ну, протри. Да, из огонь. Протри и дай мне в руки ее. Сюда что выброс? Да, смотри, какая хорошая. Да, здесь деньга попадается. Это хорошо. Это уже третья за сегодня, да? Да. Третья деньга. Как раз она в этом селе этих годов самое чаще попадается. Огонь. 700-х. Огонь. Держите. Друзья, второй день экспедиции, погода у нас кардинально изменилась, но что есть, то есть. Попытаемся сегодня тоже произвести поисковые работы с металлодетекторами. Андрей Васильевич с Фортуной уже пошел в поле, уже что-то ищет. Мы сейчас выпьем чаек, кофеек и будем тоже приступать к поисковым вот таким вот работам. Сегодня пробежимся по полям, по старым хуторам. Немножко похолодало, конечно, сильный ветер, но я думаю, он нас не испугает. И сегодня полноценно целый день поработаем. Так, ну что, друзья, снег у нас все сильнее и сильнее, но есть первая находка. И нас сегодня отличился Андрей Васильевич. Неужели? Неужели Андрей что-то нашел? И кто-то, как всегда, кто-то звонит ему. Как обычно. Вечно. На, возьми. А что здесь у нас? А ну-ка покажи, Андрей Васильевич. Маленький наконечник, да, как сам... ты его зацепил, а? Вот. Андрей Васильевич зацепил маленький наконечник, но он сломанный, к сожалению. Чего он сломанный? Сломанный, Андрей Васильевич. Алло. Это наконечник, но он сломанный. Блин. Хорошо. Алло. Да, есть первая находочка. Ну, ладно. Я думаю, найдем целый еще. Так, ну что? Снег все сильнее и сильнее, но мы не сдаемся. И у нас у Владимира есть находка, да? Ну нифига себе ты сна. Ну да. Наконечник. И кончик даже у него есть. Сейчас он сфокусируется только. О! Хорошая находочка. Вовчик молодец. Продолжаем. В общем, ходим уже часа, наверное, два. Особых находок нету. Керамики здесь, в принципе, предостаточно. Вот видите, вот керамика. Вот керамика лежит. Попадаются вот такие тут вещи. Потом нашел еще вот такую тут вещичку интересную. А ну напишите, что это такое. Какие-то вроде бы здесь символы есть. Ну это я визуально нашел. Камушек такой какой-то. Круглый. И здесь какие-то вот есть полоски на нем. А ну, товарищи эксперты, подсказывайте, что это. Снег немного успокоился. Смотрите, что я нашел. Наконец-то и я наконечник нашел. Видите, лежит в земле. Лежал практически сверху. Вот он. Красавчик. Есть, надо это место обходить довольно-таки внимательно, потому что керамики здесь полно. Наконечник есть. Камушки интересные. Нашлись. Красоты неописуемые. Четвертый наш участник. Андрей тоже нашел наконечник, да? Да. Опа, пулечки. А, тоже бомба-ракета. А ну положи мне. Как всегда. А ну положи мне. И в карман, правильно? Да. Наконечник. Слабенький, но. Ну что, нормальный. Огонь, держите.
И вы. Четыре человека сегодня нашли наконечник, да? Ну, еще не вечер, ребята. Мужики копают вот там, вот вдалеке. Вышли мы на хутор, выкопал несколько гильз. И смотрите, какая интересная находочка мне попалась. По всей видимости, кусочек колокольчика. А может и нет. Видите, какая красота. Будем здесь ходить, думаю, находки должны быть интересные. А вот и первая монета у меня. Еще не знаю какая, но по всей видимости, наверное, советы, да. А нет, не советы, смотрите. Сейчас я вытру и покажу вам. Так, это ли китайская, или какая-то арабская монета. Кто знает, подсказывайте. Мы продолжаем поиски. И снова пошел снег. Сантиметров 40. Выкопал яму. На хуторах, кстати, часто попадаются вот такие тут тарелки разные. Видите, к сожалению, данная тарелка без содержимого. Фух. Ребята тоже вижу, что копают усердно. Я думаю, у них находки тоже есть. Ну, тогда чуть позже к ним подойду и посмотрим, что они отыскали. Так, ну что, друзья, подтянулись вот мужики ко мне. Вовчик. Что, это подарок Андрюхе или что? Да, да. Ну, нифига себе, Андрей Васильевич, смотри, кованая какая. А знаешь зачем? Подойди ближе. Не, подходите. Подойди, я тебя за плечико возьму. Не буду, Андрей Васильевич, к тебе подходить. Ну что, друзья, на сегодня коп заканчиваем. Нашли. Потому что снег усиливается. Да, нашли не так уж много находок. Ну, разведка боем, как говорится. Что есть, то есть. Кому понравилось видео, ставим палец вверх. Кому нет, вы знаете, что делать. Комментируйте видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч. До новых встреч. Шли к машине. Я, Андрейка молодец. Экспедеус. Еще один наконечник. Это ты какой уже нашел? Сегодня второй. Сегодня второй, да? А вчера ты же не находил, конечно. Вчера ничего не находил. Вы еще поперед меня познакомились. Да, Андрюха сегодня в ударе. Держите. Удар такий же. Так, ну никак к машине мы не дойдем. Вова нашел кусочек скифского браслета. Тут буквально в метрах 10 нашли наконечник и вот скифский браслетик. Ну еще к машине мы не дошли. Андрей Васильевич что-то нашел. А ну показывай. Ты мочишь, Андрей Васильевич. Только это не я облом, видишь, она старая. Да, облом она старая. Тут какая-то накладка, наверное. Или пряжка или что-то такое. Ну медная, это, наверное, 18-19 век. Не знаю, не знаю. Ну интересно. Интересно, да. Кто знает, пишите в комментариях, что это.